Алиса. Господи. Всем привет, ребята. С вами Roblox Мися. О, господи, с вами Roblox Мися. И сегодня я буду просто какой-нибудь ролик снимать. Я не знаю, насколько чуй-пули получится. Сегодня я буду показывать VIP-машина. Ну, первое, это вот такой. Ладно, я буду показывать другое. Где находится сейф в новом доме. Да, вышло обновление в Brookhaven. И поэтому мы ставим дом-замок в красной рамочке. Он бесплатный. Я не знаю, почему в красной рамочке. Где тут сейф? И вообще есть тут секрет. Я знаю одну секретку. Кстати, можно трон поставить. И вообще... Please wait. Вот тут. Можно трон поставить. Вот. Короче, заходим в эту библиотеку, типа, ну, в кавычках. Нажимаю вот на свечки. И вот, тут сейф. Ребята, секретка очень прикольная. Я за нее поставлю лайк. Следующая секретка, кстати. Ничего прокликала. Поднимается на второй этаж. И из некоторых комнатах вот есть секретка такая, типа. Ой, сейчас подожди. Да, она вот там. Вот такое помещение. Она в некоторых комнатах. В этой комнате ее нету. Она располагается типа в таких комнатах. Вот, вот здесь вот должна быть секретка. А, здесь ее тоже нет, подожди. Вот. Вот здесь вот должна секреточка быть. Вот она. И тут вот, вот эта вот картинка. Ребята, переходите в мой телеграм. В мой телеграм. RobloxMissiaRBX.ru. Я там всех вас жду. Так, тут все русские, отлично. Моя самая любимая машина. Где она? За випку. Вот такая. Да не это. Вот, вот такая. Особенно, когда она покрашена в любой цвет. Котик, 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 котик. Вот, вот такой розовый, типа. Вот, она ездит очень быстро. Мы можем поменять у нее скорость. Но у меня нету геймпасса такого, где увеличение скорости. Прыгиваем за этой машину. А, я не понимала, что это раньше за штука. Это дым. Вот. Сейчас я полетаю на вертолете. Ребята, кто не умеет управлять вертолетом, сейчас покажу. Вот хеликоптер. Ставим его. Вот так вот. Господи, мою машину сперли. Опа. А не-не-не. Вот так вот. Просто. Если у вас так делается, так и должно быть. Господи. Кстати, в Брукхевене можно полететь в космос. Кто не знал. И вот так вот может забагаться. Вот. Она падает просто в пустоту. Ребята, как вам моя новая укладочка? Пишите в комменты. Как вам? Нормально? Нет? Вот такая вот укладочка. Ребята, всем пока. В следующем видео я расскажу про один из премиумов домов. Всем... Ну или не премиум, ну я там... Буду рассказывать про многие дома, я буду на своем сервере. Всех обнимаю, всех люблю. Всем пока-пока!